Спика, да ты гонишь, блять. У нас здесь человек. Не так, у тебя здесь человек. Нет, у нас. Мои проблемы, твои проблемы. I'm gonna risk it all. Я такой, охуеть, пошли видеомонтажеры. Вот оно преимущество высаживания в одно место. Где я? Ты, блядь, остаешься вообще без всего. Ну, не знаю, я вооружен хорошо. Да? Сейчас посмотрим. То, что я хорошо вооружен, не значит, что я хорошо играю. Нет, это... Скорее, сообщающиеся вещи должны быть. Это странный парень. Сзади. Вот, блядь, отовсюду. Сзади, спереди. Блядь, сука, я сидел за укрытием. Как меня гранатой задело? Вот что за хуйня? Ползай. Да тебе пизды спигда тут не переживай. Вау, полетела хуйня. Он на тебя идет. Он а сейчас я придет. Держу дверь, он... Healing my wounds. I'm under fire. Another variable for the lab rats. That was all that remained of a pitiful squad. There's one, mates. Recharging shields. Ладно, я тут в углу сижу, умираю. Recharging shields. Хорошо, хоть не передергиваешь в процессе. Здесь можно было уже давно, но нельзя. Enemy не here. Знаю, где враг. Ага. Firing on subject. Reloading. There's a new kill leader. Just another insect, if you ask me. Reloading. New kill leader. We have our target. The entire squad. Death will have to wait. Новый лидер по убийствам, признаюсь. Да. Я вообще человек скромный, если что. Да, вот. Так что... Возьму с вас, я тоже скромно. Не, меня его радует, как говорится, эти гонево про жуков. Мол, все насекомые. Я такой, ну ты что-то тоже насекомое. Я главное насекомое. Ну, это ты сам додумал. Нет, ну... Если все насекомые, то и ты насекомые. А поскольку нет. У него ЧСВ размером, блять, нахуй с остров Аляска, вот пиздец. Аляска стала островом. Да? Что ж, интересно, ты, наверное, смотришь в будущее. Не ну, каждый может давай смотреть так. На скучный день. Давай так, ладно, ты хорошо. Можешь. Хорошо, что такое остров? Остров — это суша. Значит, в принципе, все может быть островом. Да-да-да. Моя логика неоспорима. Как скажешь. Скажу я тебе вот что. Ебать, я ногой в воздухе, блин, кого-то ударил. Well done, mates. We're inside the next ring. Может, это загадка? Неизведанная тайна. Блять, ты видео снял, надо выложить. И, блядь, ты в воздухе кого-то ударил ногой. Блять, давай будем честными. Это всяко лучше, чем люди, которые, блядь, посмотрев фильм «Матрица», на ляпах и неточностях режиссера начинают строить охуительные теории заговоров, блядь. А вот в этом, понимаете, вот в этом кадре реплика какая-то, блядь, вот, ну, кто, как будто ее дебил писал, но мы не будем, типа, ссылаться на то, что, ну, просто сценарист идиот и допустил ошибку, а никто, как бы, не проверил и не заметил. Мы будем строить теории, например, что Морфеус на самом деле программа. Вот. И что, Зион? Вот Зион, да? Вот Зион, вы в курсе, что вот Зион это тоже, это матрица в матрице, да? То есть вот коробка в коробке, блядь. Ну, вообще, такой был первоначальный сценарий «Матрицы», сюда. Что это матрица в подматрице. То да. есть все, что происходит, ну ладно. Не-не, я в курсе, я абсолютно согласен, что я помню эту устроенную теорию. Нихуя себе. А, лежит, хайп лежит. Так и давай ему, блядь, в жопу настреляем. Блядь, лучше стрелять в тех, кто движется.
us. Не знаю, этот уже 100% умер. Где куда он бежал за угол? А кто это у нас тут такой пытается на скалу запрыгнуть? Бля, третий отряд аккуратно. Когда в тебе инфу дали, что это третий отряд атакует? Ну, короче, вот оттуда кто-то меня пострелял. Даже ближе, даже ближе, даже ближе. Падай ко мне. Enemy down. Charging my shield. Короче, enemy down. Альпау делаю, наверное. Вау. Спика, да ты гонишь, блять. У нас здесь человек. Не так, у тебя здесь человек. Нет, у нас. Мои проблемы, твои проблемы. За Шарик. Тобой. Да блять! О, хуй, тут столько людей! Пиздец, у него патронов, видимо, не было. Да вы заебали, блять, я не могу так быстро убивать. Ну, ты как будто один убиваешь, ебать. Ну, я могу только за себя говорить. За тебя пускай говоришь ты. Есть псос, который стреляли вот оттуда. Ну, ты видишь, бля, еще люди. Два человека. Сейчас пики пиздюлей дадут. Убегают? Он там одного видел, где второй не знаю. Да, убегает. Но здесь было двое. Ну я в курсе, я ищу, я никого не вижу. Только одна вот, который улетел. Если он и был, то он, не знаю, испарился, телепортировался, дезинтегрировался. Вот. Он такой, я не согласен. Попрыгивает. И пошел. Девичан, ладно, мы первый раз пережили массовый замес. Ой, ладно. Мы, скажем так, были с удобной нам страны. Замес довольно легко переживается, если ты хотя бы, блять, нахуй не в центре. Если что, мы залезли в самый центр, ну так слово. Ну, давай так. Бля, задумался. Давай так, если бы это было так, то мы бы уже умерли. Ну, а вот я и удивляюсь, что мы выжили. Спика, мы в курсе. Close range. Close range. Close range. Не, хуёво звучит range. Лучше, range лучше. Close range. Attention. Моя задача сделать так, чтобы оно хуёво звучало, я сам день был. Ну, блин. Смотри, как охуенно заспаунился репликатор. Так, глянь, куда он падает. Я первый раз такое вижу. Он обычно места общего пользования, а тут нахуй на крышу здания. Так, глянь. Может, у него какая-нибудь... Не знаю. Не, реально первый раз такой вижу. О, ну вообще он, ну, точка спауна, она не может быть, то есть она должна земля быть. Ну на крайняк вот это вот говно. Вот. Чтоб он на здание падал, я первый раз такой вижу. Говно. Че тут с ним? Пойдем туда. Давай не будем выходить из зоны. Выбери точку в зоне. Господи, еще целых минуту 30 до сужения. Ну давай когда сейчас. Когда мы выходим из зоны, мы не можем войти в нее обратно. Ну это семантика деталей. Пойдем туда. Может, там тот сидит и писю дрочит, как мы здесь. Ну то есть он на оборудованной позиции, а мы нет. Ну давай то... так. Мы всегда можем оттуда уйти. Никто же не просит его штурмовать. Мы не можем уйти. Мы можем прийти, сказать, мол, типа, вот, смотрите, здесь враги, и мы такие, ну, блять, ладно, мы пойдем туда. Конечно, обидно, уязвляет чувство собственного достоинства, но...
И тут нахуй никого нету. Жопа. Привет. Короче, если пойдут, то пойдут отсюда. Уже с других направлений там уже неоткуда идти. Хуяк заходит с другого направления. И Айра такой, как на картинке. Я буду, как говорится, рад признать, что ошибся. Почему нет? Не вижу в этом... А чё такой? Не вижу в этом... Блядь, какая картинка с Пикачу вообще? Я в ваших, блядь, мемах нахуй не разбираюсь, так что идите в жопу. Мемы, блядь, мемасами начали меня тут травить. Это, блядь, это мем-буллинг, все. Вот. Сейчас поебало нам спики, вот так вот. Причем это Гатар. А ты уже сказал, Гатар, поебало ты получил. Все логично, как по мне, мои книги, логики, это все логично. Там видел. Вот, видишь. Вот там видел, блядь. Кто там нету? Вот. Ну вон он, блядь, куда ты, блядь, пальцем показываешь? Вот противник твой. Не, ну и там тоже есть. Ну чё там нету? Вон, ну, видишь, они, видишь, стреляюсь. Их преследуют, видишь их. Пойдем в спину им зайдем. Чё, пойдем в спину зайдем, чё мы терпим? Пойдем, блядь, понятно. Когда ты лежачего добивал, ты не сильно паниковал. Так он 100% бы сдох, а спика просто их ранит. Я же убью. Вот я, блядь... именно, он 100% бы сдох. Вот нет, ну в смысле, да, я его убил, потому что... Я не дал ему подняться, понимаешь? Почему сейчас с тобой сдохнем, а спика там так и будет снайперить нахуй? Ну. У него крайбер, походу, за спиной. Мне нужен его крайбер. И ботинки. Спико, ты сейчас за нами пойдешь, а тебе другой отряд уже в лесу выйдет. Так что поздравляю. Он один здесь. Надеюсь, мы его... Вот он вставать, как же. Надеюсь, мы его одолеем. Да? Ты слышал? Вот он. Да ты заебал, блядь. Ой. Внутри. Нет, не внутри. Куда туда полетел, по-моему. О. Он пытается на длину для крабера выйти, походу. Он пытался своих поднять, для этого он сюда шел. А, потому что кого-то взял? Он один, он пытается... За вами, ребят, за вами есть. Да мы, вы, в, бля, мы в курсе, по дороге. Вот здесь. Mate, that's one sad enemy over there. Да, вон он. Спрыгнул. Сейчас наверх полезет. У него брони нет. Ну, собственно, да. Да, спик? Хуй знает, куда он убежал. 45 секунд. Ring ain't far at all. Move it or lose it. Короче, проебали момент. Пойдем сюда. Нет, мы же не успеваем. Пойдем туда за спикой. За спикой? Ну, в смысле, он по дороге просто как бы. Мы все просто... Да, случайно. Случайно по дороге спик попался. Спика по дороге. Мы сейчас в этих влетим. Ну, два последних отряда дерутся. Нет, не два последних отряда. А последних они дерутся, и этот остался бегающий. Ну, он типа за отряд считается, поэтому... Давай в зону, давай в зону, давай в зону, ну нахуй. Ты даже не стреляем? Да-да-да, забегаем. Ну, вот этого. Только добьем. Все, и здесь подождем. А вот он, вот он! Ой, бля, может, Микуба, а я уже не справлюсь.
Ну кто знал, спик, что они все накоцанные в такие щи, блять. О, крабером тебя хуйнул? Да, похоже на то. Все, давай, последний. Давай ждем его здесь. Знаешь, чтобы тебе в лицо не попал только. Ха-ха-ха-ха! А там больно зона хуярит, да, больно, блядь. Ебать, я не попадаю, нахуй. Моя точность за гранью тупизны. Вот это он полетел. Жень, его немножко. Да, видишь, кинуть спику было правильным решением. Смотри, спик умер, и вы выиграли. Как так? Ну давай, еще.